простые человеческие качества, о которых сегодня многие забывают в принципе. Помочь друг другу, ближнему. Простое, обычное дело, это не подвиг какой-то большой. Но сегодня многие забывают об этом. И да, я согласен, для кого-то это удивление. Хотя я бы хотел, чтобы это была нормой жизни. Мне 45 лет, я женат, у меня семья, 7 детей. Вот для меня большое благословение моя семья. Любящая жена, 7 детей, вот старшая дочка у меня, сын, он по счету 4-й. А всего их 7. Да, и когда вот приходишь домой, они все на тебя напрыгнут, на шею обнимают. У меня еще маленькие есть, 2 мальчика. Сегодня мало кто может сказать, что он счастливый человек. На вот это состояние моего счастья, благословения не влияют какие-то внешние факторы, земные. И вот в этом я вижу большое благословение. Вы знаете, сам я инвалид 1-й группы. И вот в таком состоянии обычно я вижу, люди начинают очень сильно унывать, переживать как-то. Вот это состояние, когда ты понимаешь, что жизнь в большей мере прожита уже, и смерть не так далека, да, человек начинает унывать. Но для меня большое благословение то, что как-то Бог дает сил вот в близком общении с Ним не просто не унывать, а даже сказать, что есть желание людям помогать. Мы проводим такие благотворительные концерты по детским домам, сироты, инвалиды, дома престарелых и так далее. Я являюсь руководителем ансамбля, который называется «Небесный луч». Мы по всей стране ездим, такие концерты даем. Ну и здесь на месте у нас в Осетии тоже мы с нашими друзьями решили как-то помогать людям. И для нас, для самих это тоже большое благословение. Когда ты вдохновляешься, кому-то помогаешь, от этого и сам тоже вдохновляешься. Собирали кто чем мог, скидывали с деньгами, покупали продукты, заезжали в семью, рассказывали о том, что есть Бог. В переживаниях, в трудностях Он готов нам услышать нашу молитву, помочь. С июля прошлого года у нас проходят эти обеды. Вот здесь, в столовой, мы сейчас находимся. Нас очень хорошо здесь принимают, очень вкусно готовят. Повара у нас такие добрые, хорошие. И мы с людьми общаемся уже как одна семья. Многие приходят сюда даже не потому, что покушать они хотят, а потому что здесь добрая атмосфера. Мы здесь общаемся с ними, говорим о любви Божией, о том, что и нас на это как-то вдохновляет любовь Божия. Вот на такие какие-то шаги, помочь друг другу. Мы видим, что для людей, особенно пожилых, которые одинокими остались, вот это чувство одиночества, о котором я говорил, оно как-то тяжело, человек это переживает. Когда он чувствует, что он никому не нужен, когда он оставлен кем-то, вот эти переживания. И вот мы видим, что людям очень важно это, быть кому-то нужными. И для нас, для самих, это приносит большую радость. Это все на свои пожертвования, на частной основе. Вот так вот. Ну, слава Богу, нас никогда еще Бог не оставил, люди голодными не остались. Конечно, и на праздники мы их иногда поздравляем, на 8 марта вот немножко так побольше подарков каких-то делаем. Но дело в том, что у нас есть люди, которые не могут прийти сюда, они инвалиды, они физические недостатки, они не могут ходить. Конечно, у нас есть желание и посетить, что-то вот домой прийти. Есть дети такие, есть семьи, в которые мы входили, по 2-3 инвалида в одной семье, дети. Лежачие инвалиды, и мы посещали таких. Конечно, на всех нас не хватает, если бы... Но как только появятся возможности, мы, конечно, переживаем об этом, то мы не забыли об этих людях. У нас есть желание, мы как-то помним, хотим помогать. Когда мы становимся ближе к Богу, мы переживаем очень много благословений. Вообще человек, он видит в жизни свои благословения.